Прежде всего, я приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стопам моего Гуру Пада Падмы, Нитя Лила Правишну, Ом Вишну Пата, Штота Рашата Шиши Мат Бхактивитанте Шиле Вамане Госвами Махараджу. И также Нитя Лила Правишна, Ом Вишну Пат, Штота Рашата Шиши Мат Бхактивитанте Шиле Нарайне Госвами Махараджу. Им обоим я приношу свои бесчисленные Шаштанга Дандават Пранамы. Также я приношу такие же бесчисленные Дандават Пранамы к лотосным стопам Нитя Лила Правишну, Вишну Пад, Аштота Рашата, Шиши Мат, Бхакти Виданти, с вами Махараджу, а также все Рупанога Гуру Варги. Нитя Лила Правишну Вишну Пата Штота Рашата Шиши Мат Бхактиведанте Тиртхи Госвами Махараджу. Также Прапуджа Чарана Шри Пат Бхактиведанте Говинди Махараджу. Также Прапуджа Чаран Шри Бхактиведанте Мадхави Госвами Махараджу. Также Шри Пат Парамахамси Махараджу. Также всем брамачари, саньяси вринде, всем вайшнавам, вайшнаве, всем матерям и всем слушателям харикатхи. Также севакам вринде, всем севакам. Мы находимся в ашраме Рада Мадава. Мы находимся в Шри Рада Мадава Прапан Ашрам. Итак, долгое время, 25 лет, даже 30 лет назад этого матха еще не было здесь. Был совсем небольшой матх. И тогда наш Бхактивиданта Триданди Махарадж приезжал в эти места. Жанма Махасавир Жанма.
Я приезжал с ним в эти места, чтобы отпраздновать Джанма Джанти фестиваль Шри Чайтани Махапрабху. Так мы собирали рис в этих местах, и все сейчас изменилось здесь. Этот мир постоянно меняется, все меняется здесь. И посмотрите, тогда я был совсем юный, а сейчас я уже повзрослел, постарел. И придет время, когда уйду из этого мира, и также нам всем придется оставить этот мир. Но люди думают, мы не хотим умирать, мы хотим жить среди всех этих прекрасных людей здесь. Но на самом деле природа такова, что нам придется оставить это тело. И мы также не знаем, куда мы отправимся дальше и что с нами будет. Пример Такур Гора. О, Прабху, с какой целью я нахожусь в этом мире? Так пали здесь, мы так греховны, и мы бесполезно работаем. Но также это тело очень ценно, потому что в этом теле мы можем совершать баджан. Животные не могут слушать харикатху, но мы, будучи в человеческой форме жизни, можем слушать харикатху. Итак, слушая святые имена Такуруджи, сердца всех живых существ плавятся. Не только даже животных, также растения, даже камни плавятся от святых имен Господа. И все еще у нас нету жадного желания воспевать эти святые имена, сладостные святые имена Господа. И все, что мы желаем от этого мира, богатство, прекрасную жену или мужа, красивых, умных детей, нам нужно много собственности, красивый дом. Но это желание очень незначительное. Таким незначительным материальным желаниями мы обладаем. Подобно тому, как кто-то желает построить новый дом, и мы видим, как соседи строят свой новый дом, и у нас также обретается жадное желание обрести новый дом. Но это желание незначительно мало. Итак, мы просто завидуем другим, обладаем завистью, мацарией. И что мы собираем в этом мире, мы не сможем забрать с собой. Все мы это оставим здесь. Итак, Пракшисан Сарасвати Такур Прабхупад.
বুঝতে পারলেন একজন ভিখারি ছিল, ভিক্ষা করত, даровал нам поддержку, наставление, и мы должны читать эту книгу. Тогда очень легко мы сможем понять и обретем жадность воспевать имена, святые имена Господа Такураджи. Шинамачинтамани Шри Кришна Чайтанья Раса Виграха Абита Намамина. Между именем Господа и самим Господом нет различий. Итак, в этом мире все воспевают имена Господа. Даже несмотря на это, воспевают имена Господа и желают денег. Кто-то сперва просит одну рупию, поет имена Бога и просит одну рупию. Спустя какое-то время он поет святые имена и уже просит две рупии. Итак, такой человек сидит, воспевает святые имена Господа и просит денег. И что делает святое имя? Он исполняет его желание. Так, получая то, что он желает, его желание возрастает еще больше. А так жадность его растет, собирать больше денег. И так, изо дня в день его желание возрастает. Он становится жадным до денег. Это правда. Если вы воспеваете святые имена Господа, святое имя подарит вам все, что вы же пожелаете. Итак, воспевая святые имена Господа, желая новый дом. Это святое имя так могущественно, что оно может даровать вам все, что вы пожелаете. Итак, человек воспевает святые имена и желает обрести лошадь. Итак, он воспевает имена Господа Рама, Рам, Рам, Рам. О, Господь Рама, подари мне лошадь. Предположим, у кого-то есть лошадь. এখন যখন বাচ্চা হয়েছে এখন
আসলে বাচ্চাটা এমন হয়েছে বাচ্চা ঠিক মতো চলতে পারে না, আর ওই যে স্ত্রী ঘোড়া ঘড়ি না, হ্যাঁ বাচ্চা না থাকলে জানেই না যাবে, হ্যাঁ বাচ্চা বাচ্চাকে আপনি না নিয়ে গেলে জানেন এখন জানেন যে যাবে কি করবে, এখন কি করে, আর ওই যখন অগত্যা কি করবে ব্যক্তি না ওই বাচ্চার ঘোড়া দিকে কি করবে, বাচ্চা ঘোড়া দিকে গেল আপনি নিজে কাঁধে নিয়ে নিল আর কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলো। И у этого человека, у которого есть лошадь, эта лошадь была беременной. Но как этот человек подарил новорожденного лошадку тому попрошайке, который желал эту лошадь? И он положил эту лошадь себе на плечи. Итак, в этом материальном мире, на самом деле, мы очень легко можем совершать баджан. И также это не совсем правда. Это не так уж просто. Пуджапад Говинда Махарадж рассказывает нам постоянно. Слушайте Харикатху, Харикатху, Харикатху. Умощайте Харикатху и свои уши. Это единственный путь. Это единственный путь, чтобы обрести Бхагавана. Так, среди всех 64 видов бхакти мы очень легко можем обрести Господа благодаря слушанию Харикатхи. Так мы обретем высшее счастье и умиротворение. Но если мы находимся, все мы здесь страдаем от трех видов страданий, которые находятся в этой майе. И чтобы обрести освобождение от этого сжигающего материального пожара, мы необходимо укрыться у посланников Шри Гуру и Вайшнавов, которые показывают нам путь любви и зовут нас назад, вернуться назад домой, домой к Богу. Так Бхактивинод Такур говорит, что единственный путь, чтобы преодолеть покровы майи, это единственное оружие воспевать святые имена Господа Хари Кришна Махамантру. О, живые существа, о, дживы, проснитесь, не спите на коленях майи, ведьмы майи. Все вы мирно спите на ее коленях. Вставайте, вставайте, просыпайтесь и вовлеките себя в воспевание святых имен Господа Хари Кришна Махамантры. Так Господь Гауранга Махапрабху принес в этот мир святые имена Хари Кришна Махамантры, чтобы разрушить эту ведьму майю. Джив-джаго, джив-джаго, Махарадж пропел. Итак, только благодаря Харинам можно обрести высшее совершенство. Это все, что нам необходимо делать. Харернам, 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 Айваева Кевалам, Калау Настеева, Настеева Гатираньятха. Нет другого пути в эту Кали-югу, как повторять святые имена Хари Кришна Махамантру. Если мы слушаем Хари Катху из лотосных уст нашей Гуру Варги,
Она настолько могущественна, Сатсад Прасангана Мамита Самбида. Поэтому мы должны слушать из лотосных уст подлинных вайшнавов, истинных вайшнавов. И их катха настолько могущественна, поскольку они в этот момент испытывают Анубхаву. Не Тайгор, а Радышья. Так много святых имен в этом мире. Но среди них самая возвышенная мантра — это Харе Кришна Махамантра. Мы должны воспевать ее. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Именно эти святые имена самые возвышенные, самые совершенные среди всех святых имен Господа. Поэтому необходимо воспевать Харе Кришна Махамантру. Это высший совет самого Шри Чайтани Махапрабху. Так, 16 выражений или 32 слова содержатся в этой Харе Кришна Махамантре. И она подобна поэзии. Так в этих деревнях Западной Бенгалии люди слушают друг друга. Но на самом деле нужно слушать подлинных, возвышенных вайшнавов, Гаурия вайшнавов. Итак, мы приехали пригласить вас на Шри Навадвип Дхаму Парикраму. Если вы не совершаете, не можете приехать на Шри Навадвип Дхаму Парикраму, тогда приезжайте на Шри Враджа Мандала Парикраму. Но сперва лучше приехать на Шри Навадвип Дхаму Парикраму, получить милость Навадвип Дхамы и самого Шри Чайтани Махапрабху. Тогда очень легко вы достигнете Шри Враджа Мандала Парикрамы. Шри Враджа Дхама, по их беспричинной милости. Так, все должны приехать на Шри Навадвип Дхама Парикрама. И мы также привезли с собой это расписание Шри Навадвип Дхама Парикрама и также все необходимые контакты, как добраться и с кем связаться по Шри Навадвип Дхама Парикраме. Также все будут размещены на Шри Навадвип Дхама Парикраме согласно их возможностей. Так Махапрабху сделал нас полностью бесстрашными. Полностью бесстрашными. Единственное, что нам нужно делать, это приехать в Шри Навадвип Дхаму. Джай Гурудев.